Всем привет! Это Влад, и в этой серии мы рассмотрим два важных момента. Как правильно поднимать опыт и как быстро поднять бабла. Ребят, в плане опыта все очень просто. Как мы привыкли что-то делать в игре «Мифы Империи»? Мы обычно что-то сбрасываем в верстак, там те же ветки, то же мясо. Сейчас мы посмотрим это на примере обычного шашлычка. Как мы обычно делаем? Нажали Ешку, или как это еще можно? Можно подойти, открыть инвентарь, закидываем ветки, закидываем мясо и выбираем жариться сколько-то шашлычков, да? Вот, на все, давайте, жарим. Сколько мы сейчас получим опыта? Вот, мы сейчас жарим шашлычок в правой стороне экрана. 0.49. А теперь мы подходим и нажимаем костер. Этот параметр есть в каждом станке. 9.73. Ребят, на секундочку. 0 сколько-то и 9.73. Это было мясо. Самое банальное, что можно приготовить в игре. Одно из самых простых. А вы представляете, если вы так будете плавить руду, будете так делать снаряжение, если вы так будете крафтить ваши станки. Ну вот, к примеру, вот строительство, да? Вот, ребят, сколько у вас станков стоит? Посчитайте. Обычный станок дает 2,5-3 тысячи опыта. Один. Да у нас только в этом здании их, по-моему, стоит штук 6. На секундочку. Да, в данный момент у меня стоят бусты на рост опыта. Посмотрите, в левой стороне под моим фреймом есть два буста опыта. Они берутся в пограничном маркере гильдии. Ребят, в благословлении вот здесь есть бусты за монеты. На час вы получаете райс к опыту, райс к навыку умения, навыку боя, там, усилить силу, увеличить инвентарь, скорость роста опыта езды на коне. Это все здесь. И здесь два уровня бафов. То есть вот первый баф стоит, сколько, вот на этом покажу, 200. Вот второй стоит 649. Вроде бы дорого, да? Ну, ребят, у нас же вторая часть видео о том, как быстро поднимать бабло. А поднимать его проще некуда. В этом же пограничном маркере вы выбираете ресурсы. Перевод, кстати, меняется. У нас вот за пару дней перевод некоторых девайсов и некоторых кнопок изменился. Берем кора. Ну, реально, кора, ребят, серьезно. Что может быть проще коры? Выбираем эту кору левой кнопкой мышки и смотрим. 1000 монет за 371 кору на ровном месте чистого дохода. Серьезно, за кору. А вы представляете, вы сюда добавите качественную древесину. К примеру, вы нафармите очень много камня. Ну вот, просто возьмете коня, возьмете тележку и поедете геноцидить камень по побережью. Вернетесь, вы станете миллионером просто на ровном месте. И, собственно, получив бабло простым способом, вы получаете бафы для роста опыта. Все просто, ребят. Надеюсь, это видео вам было очень полезно. Жмем большие пальцы вверх, звоним во все колокола. До новых встреч!